Сосульки и наледи на крышах – привычное явление для жителей Петропавловска. Поэтому следить за кровлей зданий необходимо регулярно. В городе 1197 многоэтажных жилых домов. Сейчас ведутся работы на крыше дома по улице Советской, 39. Кровля мягкая и рулонная. Снег убирать нужно своевременно, так как если он начнет таять, вся вода пойдет в квартиры. Азамат Касиенов является председателем КСК нескольких домов. Ответственно он за 7 многоэтажек. При чистке соблюдаются все предосторожности, чтобы не повредить мягкую кровлю, аккуратно вычищается. На данный момент работают 2 человека, людей нанимаем ежегодно, альпинистов, они проводят такие работы. Но это задача не жителей, это должны обязанности входят председатели УСИ, КСК, управляющие компании, которые должны этим заниматься. Специалисты жилищно-коммунальной службы рекомендуют гражданам своевременно очищать от снега крыши домов. Следует обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделять безопасности детей. На сегодняшний день жилищная инспекция проводится работы по разъяснению жителям, также председателям ОСИ, КСК, о необходимости проведения своевременных работ. Еще раз хочется напомнить жителям о том, что многоквартирный жилой дом, так же как и частный дом, является полной, входит в полную собственность самих жильцов, и поэтому техническое обслуживание, своевременное обслуживание жильцы сами должны производить, то есть ОСИ и КСК. Как вы помните, в январе месяце у нас по улице Абая из-за того, что снег не был убран с крыши, крыша частично рухнула. Там, после чего там начали в рамках модернизации проводиться работы. И для недопущения подобных случаев в дальнейшем еще раз напоминаем о необходимости своевременных технических работ своего дома. С начала года по статье 505 «Нарушение правил благоустройства» составлено 47 протоколов. За несоблюдение правил безопасности штраф для физических лиц 20 МРП, для субъектов малых и некоммерческих организаций 30 МРП, средних 40 и крупных до 100 месячных расчетных показателей. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК.